Да, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. Сегодня к вашему вниманию посылочка с AliExpress. Попросили меня заказать толщинометры, лакокрасочных покрытий. Вот. Попросили меня заказать два штучки с Китая. Сейчас я их вместе с вами распакуем, посмотрим. Упаковка, конечно, никакого уплотнительного материала, простой пакетик. Надеюсь, они пришли целенькие. Сейчас их откроем вместе с вами. Продавцу за, конечно, за упаковку минус. Вот, вот у нас первый пакетик. Ну, видите, пупырка все лопнутая. Вот, надеюсь, все у нас целенькое. Какие коробочки. И вторая у нас. Больше ничего нету. Таких вот два контейнера. Пупырка вся полопалась. Шмотыляли его там, конечно, я думаю, будь здоров. Вот, сейчас их вместе с вами открою, посмотрю, что же там у нас пришли. Толщинометры. Так, такой вот у нас толщинометр. Так, это у нас контрольные. Сейчас мы вместе с вами. Батареи, конечно, никаких нету. Вот. В комплекте у нас должны быть. Ага, у нас пальчиковые. Ой, мизинчиковые батарейки. Не знаю, у меня, наверное, их нету. Надо будет поискать сейчас. Вот. В принципе, вот такой вот у нас. Сейчас я. Сейчас мы их быстренько. Сейчас, пожалуйста, подождите. Сейчас мы их быстренько найдем. Батареечки. Так, итак, прошу прощения, еще раз бегал за мышкой. Мышки, вспомнил, что стоят. Кстати, китайская мышка с Алиэкспресса тоже. Тоже есть видео, обзорчик на нее. Мышка работает исправно, уже давно. Здесь у меня стоят аккумуляторы, не заряженные. Все засветились. Так, ну что же у нас? Мануальчик у нас здесь, кстати, на русском языке заказал. Что был мануал на русском языке. Так что... Толщинометр для пленки покрытия. Руководство по эксплуатации. На русском языке можно почитать. Вот, изучить. Кнопка измерения, единицы калибровки данных, кнопка переключения режима, кнопка включения, выключения. Сейчас мы поставим сюда батареечки. И на вот этом протестируем, на вот этих вот. Вот этих вот делах. Так, что же у нас тут? О, все засветилось. Так, показываю, что, конечно, аккумулятор. Ага, показываю, что аккумуляторы у меня разряжены. Возможно, и так. Ну, ладненько, сейчас мы ее поставлю вот на свое зарядное. Сейчас мы быстренько зарядим, проверим. Оказался, я сегодня практически не готов к видео. Я что-то думал, что там будет пальчиковый. Приготовил пальчиковый. Тоже у нас китайские вот такие вот есть. Обзорчик. Пало. Вот такие аккумуляторы. Слабенькие, честно говоря. Нету там тех 1300 мАч. Так, сейчас попробуем подзарядить наш. Сейчас посмотрим на второй толщинометр. Что же у нас здесь во втором толщинометре? В принципе, то же самое, вроде бы все целенькое. Вот. Zero. Я, честно говоря, думал, что
уберу русские комплектации, то будет и надписи на русском. Нету, нету, здесь то же самое. Так же самое у нас, кстати, посмотрим, сколько у нас здесь тестовых пластин. Так, есть 0,5, 0,1, 0,5, 0,05, 0,25, 2,0. То есть, такие вот у нас тестеры, такая вот алюминиевая пластинка. Вот, сейчас будем, кстати, тестировать. Вот. Посмотрим, может, трошки подхватил зарядку. Вот. Сейчас вместе с вами протестируем данный девайс. Вот. О, есть, показывает два деления. Если там видно, не знаю. Вот, берем толщиномер, берем у нас здесь алюминиевую пластинку. Ноль показывает. Видно, надеюсь, да. Берем 0,5. Ставим, прижимаем. Показывает 0,5. То есть, в принципе, данный девайс работает. Прижимаем. 0,6. Да. В принципе, данный девайс у нас работает. 0,66. Ну, уже, видите, есть уже у нас похибка. Берем еще 0,20. Здесь у нас две пластинки, да, я так понимаю. Здесь 0,25. Сейчас еще положим сюда 0,25. 0,91. Двойка. ОЛ. Это что означает? То есть уже максимум, что ли? Ну, как говорится, надо, конечно, изучать. Надо почитать миллиметры. Надо читать всю инструкцию, конечно. Ну, в принципе, диф, что такое диф? 0,05 ставим, проверяем. 0,06 выдает в данном девайсе. Так, ну что, проверим следующий наш девайс. Проверим следующий, как у нас работает. Так. Следующий наш девайс. Проверим на работоспособность. Вот. Один, вложим один миллиметр, проверяем. На 1 миллиметр. Все, в принципе, работает. Никаких претензий нету. Тут уже другая какая-то система измерений уже. Вот. Все, аккумулятор не разрядился. Вот. Да, аккумулятор у меня разрядился. В принципе, все работает. Вот. Конечно, есть претензии по упаковке. Вот такую вот пырку упаковать, это, конечно, жесть полная. Ну, рекомендовать данный товар могу. Все вы сами видели, все работает, все отличненько. Вот, ссылочка в описании на товар этого продавца. Можно будет заказать. Кто занимается покупкой и продажей автомобилей для измерения толщинометра. На этом будем заканчивать наш коротенький видосик. Вот, по ссылочками с Алиэкспресса. Всем, кто не подписался, подписываемся. Вот, до новых встреч. Всем пока.